Новый пункт полиции под номером 23 будет обслуживать большую территорию. Здесь проживает 14 тысяч человек, а с развитием инфраструктуры ожидается прирост до 16 тысяч. Открытие нового опорного пункта жители ждали уже давно. Скажу вам честно, мы долго планировали открыть этот участковый пункт полиции Голицынского отделения полиции. Но наконец-таки это событие свершилось, и мы сделали большое дело. И наличие опорного пункта, и постоянно закрепленных за ней четырьмя сотрудниками, конечно, позволит нам расширить возможности по профилактике правонарушений, ну и, соответственно, обеспечить возможность непосредственного участия, скажем так, в жизни этого района. Пункт полиции заработал сразу в день своего открытия. В помещении несут службу два участковых уполномоченных и инспектор по делам несовершеннолетних. Для большей оперативности сотрудникам передали новый служебный автомобиль. Это здание нужно не просто для нас. Реально, это нужно для вас, для самых простых граждан, которые могут спокойно приходить сюда и делиться самыми насущными вопросами и проблемами. Опорный пункт полиции будет работать 3 дня в неделю. По вторникам граждане смогут обращаться с 5 до 8 часов вечера, по четвергам с 4 до 6 часов и в субботу с 10 утра до часу дня.